Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй. Мы продолжаем играть в игру Deep Sky Derelict. Так, продолжить, начнем, естественно, с нашего сохранения. Так, и мы с вами, да, именно здесь, открываем КПК и смотрим по журналу. Найти данные о местоположении на реликте Ракнас. Ищите данные на борту реликта. Ракнас, понятно, настоящая работа. Рад принять детали в хорошем состоянии. 3 детали от робота Т-модели. Соберите 3 кучи мусора. Это активно. Это нам все нужно где-то сдавать. Контрактов нету. Наемники нам пока не нужны. Дальность сканирования. Пассивный. Так, резерв энергии. Так, 200 к максимальному резерву энергии. А вот это вот нам нужно, ребята, обязательно приобрести, ну, 1400 крон. Снижение расходов энергии. 500 крон. Восстановление энергии. Да. Мы что-нибудь можем вообще продать? Продать мы можем. Но нужно ли нам это в данный момент? Вот в чем вопрос. Вот это, наверное, продать можно. Уровень 2. Это нам самим пригодится. Так? Думаю, что да. И также нам нужны вот эти контейнера с энергией. Покупаем, ребята, их. Так, хорошо. Слушайте, а где же нам все-таки задание-то, которое мы... Здравствуйте, искатель. Как продвигаются поиски? Нет, здесь нам пока делать нечего. А как мы, интересно, например, если задание выполнено, грубо говоря, оно автоматически будет отмечаться, что оно сделано? Хирургия, 190... Так, смотрите-ка, наногель 100 крон. Ага, хирургия лечит полностью. Здесь не особо. Хе, черт, 190, ребят, вы представляете, у меня 250 крон, 190 за хирургию отдать. Эй, хрен с ним, ребята. Здоровье, как говорится, важнее. Ну что ж, тогда полетели, наверное, с вами опять на Ракнас. Мы там с вами ничего еще не сделали толком. Надо продолжать наше там путешествие. Ага, отлично. Карта по-прежнему открыта вся. И вот это вот радует меня, что не надо все заново. Я боялся, что придется нам все с нуля начинать. Но, как видите, ничего подобного. Так. Вернуться на станцию. Нет, нам никуда не надо возвращаться пока. 20 энергии. Главное, ребята, здесь не встретить большого, огромного червя. Я когда в первый раз играл в нее... Ну, как играл? Я даже не играл, я так посмотреть ее решил. И мне попался огромный червь. Он призывает маленьких червей. Так, я, короче, запарился его бомбить, если честно. Так и не получилось. Мне пришлось закрыть игру просто и уйти. Так, я не понял, а почему здесь тупик? Ладно, давай попробуем с этой стороны пройти. Черт. Обнаружена хлипкая органика. Лучевое оружие активировано. Древнее око. Приготовиться к бою. Так, древние ока. Их тут 3 штуки. Кто они такие? Я так понимаю, что это роботы, дроиды. Неживая плоть, хорошо. Удар головой. Нифига ты там. Они что, первые ходят, что ли, да? Похищение щитов делают даже. Мощный луч. Блин. Хорошо, давай смотреть. А есть у нас что-нибудь такое против механики? Походу нету, ребята. Ну-ка, нечестный прием. Отлично. Так, следующее, на себя, это понятно. Биологические цели, ага, видите. Умиротворение на них не действует, потому что это роботы. Наносит 125 урона. Это вот хорошо, кстати. Шквал пуль. Причем все получает. Ах, ты смотри-ка, уклонение там кто-то сделал. Хан. Наносит 100 урона
на себя провокации на один ход. Ну давай попробуем. Провоцирующий удар. Ну сейчас каждый из этих паразик уходит. Промахнулся, ё-моё, ты смотри-ка. О, на 12 вжарил. Щиты ворует, гад. Он питается энергетикой. Ё-моё, надо мне восстанавливать как-то щиты. Урон оружия. Так, давай, наверное, мы вот это вот сделаем. Мощный удар. Так, мы его пробили. На себя восстанавливает. Так, вот это вот нужно восстановить обязательно. Щиты, отлично. Так, что у нас тут? Максимум щитов, это понятно. Вот, вот это вот хорошо, вот это нам пригодится. На, готов, нет? Нет, одна хпшка осталась. Ну, следующий бой он будет готов, ребят. Оу, уже пошло здоровье уменьшаться, а вот это плохо. Сейчас нужно обязательно восстановить нам щиты, ребят. Ну, этот... Да, отлично. Ё-моё, не на того нажал. Ладно, хрен с ним. Так, это биологическое умиротворение. Шквал пуль. Вот так попробуем сделать. Минус один. И этого чутка задели. На себя. Это кто у нас? Это хан. Как раз... А нам нужен не хан. Нам нужен... Хакер, по-моему, или боксер. Блин, я боюсь, разберут. Ладно, рискну, конечно. На 7, бабам. На кого? Кого он будет бомбить? Так, ладно, тут пока подсчитаем, поэтому терпимо. И тут тоже подсчитаем. Замечательно. На себя дает 4 карты. Выберите одну из них и бросьте остальные. А, и сбросьте остальные. Прилив сил. Нам пока это не нужно. 20% уклонения, 6 урона. Пробуем. Получил все-таки. Так, боксер. Вот боксеру нужно восстановить щиты. Но у нас нет такого. Поэтому будем... Ха! Очищает цель. Блин, да у меня нету, ребята, ничего такого. Так, на союзника, ладно, сделаем на себя инъекцию. Стою насмерть. Ты бы лучше бы не стоял насмерть, а. Щиты бы себе восстанавливал, вот что. Биологические цели, ну это понятно. Давай разгон сделаем. Во. Неужели, блин. Перезарядка щитов, отлично. Но энергия кончается у нас. Так, самозарядка. Цель получает 33% урону. Сканировали. Так, они нам в ответку сейчас будут жарить. Оу, здоровье уже пошло уменьшаться. Это не есть гуд, ребята. Вот с роботами хуже не придумаешь драться. Давай-ка мы нажмем ему прилив сил, адреналиновую инъекцию. Так, а здесь... Вот так попробуем. О! Неплохо. Отлично, я бы даже сказал. Шмальнули. Давай вот этот вот. Поиск уязвимостей. И на себя восстанавливать щиты. Хорошо, восстановим. Отлично. Ну, кто там из вас? На боксера, да, нарывается? Ну все. Черт, прожарили-то, не кисло, я вам скажу. А ну-ка, давай-ка вот так попробуем. На. 3 единички здоровья должны добить, ребята. С разбросом. Ух, кританули еще. Шикарно. Погнали. Провоцирующий удар. Все, ребята, 9 хп осталось. Но он сейчас что-нибудь чуданет, да? Елки-палки, щитов практически вообще не осталось. Давай звезданем.
6 урона наносим. И остается 3 всего лишь. Хорошо, я думаю, что мы справимся. Сейчас сделаем вот так вот. Да, добили. Что нам тут достается? Уровень 2. Оружие ближнего боя. Модификация. 14% потрясения. Так, и там написано, наносит 200% урона оружия. Задерживает атаку до следующего хода. Хорошо. Немножечко остается нам, чтобы получить следующий, ребята, уровень. Я вот не знаю, или мне продолжать искать здесь неприятности, или же все-таки смотаться. Мы можем сделать как? Сканер. Сканировать, 50 энергии потратить. Что у нас тут такое, а? Обыскать, конечно, обыскать, ребят. Так, обуглившийся комплект, понятно. Бесполезная деталь и иридиевый композит. Заберем все. Энергии очень мало, ребят, остается. Очень мало энергии. Неужели нам придется сматываться? Не хотелось бы, если честно. Так, плюс одна карта и 25% вероятность прилива сил каждый ход. Лучше бы ты мне не прилив силы давал, а... Давайте еще сделаем 10... Нет, сканирование, да? Давай еще сканирование сделаем. Опа, а вот это вот... Мы же можем сохраниться, да? Или не можем? Попробуем. Сохранить. Игра сохранена. Ну что, попробуем, ребята, сходить вот сюда. Ё-моё! Рой среди обломков вы находите датапад с наклейками исследовательского института. Из любопытства вы открываете его и обнаруживаете послание. Спасите, я в плену у пиратов. Через решетки в помещение валиваются червяки. Готовьтесь к бою. Ёпарасоте, раз, два, три, четыре червя. Хорошо, щиты у нас полностью восстановились. Здоровье вроде бы все. Так, на себя это не дает. Вот, дает очередь из 3 выстрелов. Так, ну кто? Вот этот вот самый маленький. Чуть-чуть не хватило, да? Понятно. Это на союзника, это на себя наносит 125. И к разбросу, вот так сделаем. О, хорошо. Минус один червяк. Блин, а бьют-то не кисло они, посмотрите. По восьмерочке, ё-моё. Ну ладно, ладно, выделывайся. Блин, уже здоровье, что ли? Нет, она пробила мне броню. Ладно, давайте, наверное, сделаем с вами вот этот вот удар. Должно хорошо пройти. Расщепление атома. И теперь, наверное, вот так вот сделаем. Добьем ведь, да? Добьем. Крит эффект. Минус. Укус. Ага. Второй червяк. Ладно, теперь моя очередь. Так, прилив сил, это все понятно. А вот так вот мы сделаем. Умиротворение, чтобы не дергалось в следующий раз. А теперь будем уже бомбить. Так, провоцирующий удар. Мощный удар сделаем. Добьем. Ну и уже начнем последний добивать. Умиротворение как раз должно закончиться у нее. А мы в этот момент будем... Так, цель очищать. Прилив. Ну, давай прилив сделаем. Раз у нас нет атакующих карт. Так, щиты заодно восстановим. Так, червяк, да, будет ходить? Нет, он пропустил ход, ребята. У нас кончается энергия. Если у нас остались аккумуляторы, пора их использовать. Если нет, надо возвращаться на базу, пока не поздно. Энергия 190, я понял. Я понял. Давай вот так вот сделаем. Тыч! Взбучка, инициативу, кстати, он потерял, ребят. Червяк потерял инициативу. И значит, давай еще сделаем умиротворение. Вообще не будет ходить никогда. Ну что же, и очередью добиваем. Девяточку сразу снесли. Вот они, кишки червяка. Ребята, мы получаем с вами второй уровень, причем у всех 3. Теперь я опытнее прежнего. Пора заглянуть во вкладку «Команда» в КПК, чтобы там что-то
Настроить доступные очки способностей. Так, закрыть. А где? Где мне? Блин, надо сюда, ребята, возвращаться по Шурику. Сейчас мы с вами, наверное, улетим. Там, по-моему, мы собрали достаточно кишков, да, чтобы продать их. Только вот где очки, которые мне доступны? Закрыть КПК. Вернуться на станцию. Полетели, короче. Теперь бы мне узнать, где же тут... А, это может быть... Это же, скорее всего, ребята, по контракту у нас, да? Мы же контракты брали. На... Нет, не здесь. Странно. Модификация сканера. Денег у меня всего 60 крон. 60... Блин, вы посмотрите, как они у меня покоцаны, а? Так, ну здесь понятно, этот сейчас будет с нами. Продвигается поиски. Пока никак, я пока занят своими делами. Мне как-то не до тебя в данный момент. А, ё-моё, я опять сюда же зашел. Надо запомнить, Хелл, это значит губернатор второго ранга. Уходим. Все время забываю. Так, это медицина. Здесь у нас купля-продажи. Продать, что у нас есть на продажу? Устойчивость к коррозии. Пополнить резервы энергии. Да, энергии-то вообще маловато, конечно. Слушайте, но где-то же... Где-то же мы с вами делали же задание-то, выбирали. Ну, как КПК открываем. Смотрим по журналу. Активно. 880 крон при выполнении. У нас нету трех деталей робота, наверное, так. А где у нас про... Вот, про изучение. Оплата. Сколько ему нужно было там? 5 кишечников, так? У меня сколько их? Где тут их можно посмотреть? Вот здесь, да? Раз, два, три. Блин, 4, не хватает одного. Ё-моё, это означает что? Что я остаюсь без бабла, что ли, так? Мне, наверное, придется что-то продавать. 3 детали от робота Т-модели. 3 кучи мусора. Так, это дополнительно, да? Пытается поддержать чистоту на корабле. Он попросил нам принести любой найденный мусор. Это все, конечно, понятно. Но мне нужно узнать, как мне повышать опыт. Уровень же я получил? Получил. Так, погоди-ка, это я что сейчас сделал? Ну-ка. А убрать я не могу? Эй, черт. Хорошо, а здесь что у нас? Так, вы не закончили изменения способа сохранить? Нет, не надо сохранять. Я, например, могу... Громилы второго уровня. Следующий ранг. Ага, вот так вот, значит. И сколько у меня очков? Где эти очки? Вот, одно очко. Понятно, 2 очка. 2 очка. Так, провоцирующий удар. Нам не нужно укрепление. 10 к сопротивлению выносливости. 4 к максимальному здоровью. 1 к броне. Защитная стойка. На 3 хода. Плюс 1 к броне. 10 к сопротивляемости урону. 15% к урону. Критический эффект. Прилив сил. Я могу, например, выучить? Нет, это я не могу. Я могу выучить только то, что в данный момент у меня подсвечено. Наносит 110 урона оружием. На себя провокация на 1 ход. Ага, вот так вот. Боевая, так. Способность громилы второго уровня, следующий ранг. 10 к навыку оружием. Хорошо, изучаем. Плюс 20 и 30. Применяем, ребята. Все, теперь боксер у нас. Медицинские знания. Что нам дают? 10 к медицине. Так, костюм. 1 к инициативе. Восстановление 1 единицы раз в 3 хода. На союзника прилив сил 1. Это у нас будет на того же союзника плюс 3 к инициативе на 1 ход. Блин, я уже сомневаюсь, нужен ли мне боксер этот. Что-то он со своей инициативой мне не очень как-то нравится. Хорошо, давай сделаем так. Костюм. 2.
3 к инициативе и 1 единицу за ход, да? Применяем. И последнее, это у нас вирус. Вот это вот хорошо, вот это надо будет. Наносит 112 урона оружием. Цель получает 42% вероятности промаха на 2 хода. Это я бы даже сказал 10 к поиску ресурсов и... Нет, я лучше вот это все сделаю, да? Смотрите, цель получает 50% вероятности промаха на 2 хода. То есть это вообще шикарно. 50% практически наполовину. Есть шанс, что это... Так, а как вот нам, например, вот модифицировать оружие? Что мне для этого нужно? Например, вот силовой кулак, да, у нас тут есть. Такие вот карты, уровень 1. Щитовое ядро, кстати, да, у нас же предмет, у нас же новые карты где-то должны быть. Смотрите, уровень 2, оружие ближнего боя, модификация. Я, например, могу... Так, это что у нас такое? Щитовое ядро, это восстанавливает щиты, да? А здесь у нас... Вот это вот мне не нужно, пожалуй, мы... Так, вводит в бой укрытие с 20 единицами здоровья. Укрытие блокирует 75 получаемого урона от выстрелов. Наносит 200 урона оружием, задерживает атаку до следующего хода. Вот это вот можно взять? Почему-то не могу. Уровень 2. Оружие ближнего боя, модификация. Уровень 2. Может быть, это кто-то другой может носить? Или мне нужно именно модификацию изучать, чтобы использовать это, конечно же. Так, провокация. Ну, вот предположим провокацию. Нет, не надо мне в энергию ничего преобразовывать. Чуть-чуть, конечно, ребят, я этого не понимаю. Но здесь есть, знаете что? Здесь, по-моему, где-то, ребят, такая фигня есть. Называется кодекс. Вот смотрите. Заморозка, защита, ловушка. То есть навыки. Сюда относятся 5 навыков персонажа. Оружие, технология, медицина, поиск ресурсов и интеллект. Где, в принципе, все расписывается. Это все, конечно, нужно читать. Ну, вы представьте, тут офигеть сколько. Отпор, отбрасывание, отражение, оглушение, меткость, кровотечение, критическая неудача даже бывает. Вы представляете? Я знаю критический удар там, но неудача, это ж как на... Жутко бот. Его колода содержит удар наотмашь, сокрушительный удар, буйство, жутко бот. Горение. Пример. Горение это нанесет постепенно урон оружия. Вот так вот, ребята. Временное здоровье. Сначала убивает временное здоровье, и только после этого основное. Дыблобот. Быдлобот. Его голода садит. Это ж боссы, что ли? Бот-помощник. Броня. Ну, как-то так. Ладно, хорошо. Что нам надо сделать, ребят? Нам нужно как-то деньги получить. Я так понимаю, да? Для этого нам нужно что-то продать. Продаем тогда с вами... Для переработки. Да, но много мы на этом с вами не выиграем. Это однозначно. Взбучка. Взбучка это хорошо. Контейнера я не буду продавать. Массовое проклятие. Все враги получают один из трех эффектов. 70%, 25% вероятности промаха на 2 хода. Блин, ну это же хорошая растерянность. Что? Уровень 2. Интеллектуальный инструмент. Модификация. Плюс 6 интеллекта. Это нужно, наверное, 6 интеллекта. А мы сейчас, кстати, проверим. Где моя команда? У кого-нибудь есть интеллекта? 6. Технология. Так, оружие. Ресурсы. Интеллект. Ну вот, смотрите, например, так. И для этого нам нужно... где же это новое? Массовое проклятие. Так. Не могу понять, как же... Уровень 1. Уровень 2. Как бы просто определить мне, что она подходит именно вот для этого персонажа. Может быть, конечно, и не подходит вовсе. Но ведь как-то же надо это узнать. Сюда не могу поставить даже, смотрите, ребят.
Тяжелое оружие, инструмент. А это что у нас такое? Модулятор голоса. Модулятор голоса. Стрелковое оружие, инструмент. Слушайте, а кто у нас может модулятором голоса управлять? Странно, таких нет у нас. Хорошо, ладно, продолжаем тогда продажу. Их нельзя продать почему-то, ребята. Это, конечно же... Блин, по-моему, я разошелся. Продал лишку. Стрельба вслепую. Наносит 66%, понятно. Пополнить резервы энергии. Пополнили. Аккумулятор заряжен у нас. Но вот со здоровьем, конечно, не ахти. Ладно, ребята, я думаю, что нам надо с вами дальше лететь на эту планету и дальше ее изучать. Ракнас. Нам нужно на Ракнасе что найти? Данные на борту реликта. Найдите данные о местоположении на реликте Ракнас. На борту. Да я уж там, по-моему, все изведывал, да, ребят? Ну чё, как там вылететь? А, я уже забыл, вот. Ракнас, полетели. Да, вылетаем. Хорошо, что мы еще летаем с вами бесплатно. А так бы деньги сняли бы с меня, вот было бы весело. Так, мы начали отсюда, да? Я, наверное, ребят, на всякий случай сохранение сделаю. Так, а, выберите посадочную зону. И где же нам лучше высадиться? Ну, давай вот здесь высадимся. Так, сохранюсь. На всякий случай. Фиг его знает, какие нас тут чудики будут ожидать. И вот, я не знаю, или нам сюда с вами, или вот здесь вот можно. Нет, можно, конечно, вот тут пооткрывать. Я даже больше к этому склоняюсь. Так, вот они, коридорчики, идут, идут. Ждать 5 энергии. Сканировать. 50, фиг с ним, давай сканировать. Ага, нашли кое-что. Давай посмотрим, что это тут у нас такое. Обыскать. И мы находим особый предмет. Куча бесполезного мусора. Да уж. Опа, а, обыскать, я уж думал. Взбучка, опять особый предмет. Почему-то вот особый предмет, мне кажется, что это для квеста задание. Смотрите, особый предмет. Куча бесполезного мусора. Оу. Это успех. Все текущие задания перечислены во вкладке «Журнал в КПК». Ну-ка. Где журнал в КПК? Там про мусор, да, по-моему? Соберите 3 кучи мусора. Вернитесь к Арбери и дополнительно соберите еще 6 куч мусора. То есть, если мы найдем... И сколько нам платят? При выполнении... 0? Да здравствуйте. Я что, за просто так хожу здесь? Собираю, видите ли, этот мусор. Тихо, это что такое? Внезапно из вашего передатчика доносится крайне громкое чавканье и чмоканье. Фривев! Ням-ням-ням-ням-ням! Кофе-фу! Хо-фи-фе! Ням-ням! Что это за ужасные звуки? Этот шум меня убивает, нужно выбраться отсюда. Так, давай вот это вот. Что это за ужасные звуки? О, когда вы явились, я как раз набил рот последними из невероятно кислых лимонных конфет. Наверное, микрофон передатчика уловил звуки от моих челюстей. Прошу прощения за беспокойство. Эти лимонные конфеты такие вкусные. Так, гудис какой-то это у нас. Как у вас получается есть конфеты в скафандре? Да, действительно. Что он нам на это ответит? Ну, обычные протеины я, конечно, засасываю через шланг, а вот твердые конфетки — это совсем другое дело. Поначалу я пытался брать их губами, но при этом разводил страшную грязь. Лучший способ — это положить конфеты в съедобный пакет, а затем аккуратно сжать пакет губами, так, чтобы конфеты заплывали в рот по одной. Очень странно. Да, а что поделаешь? Кроме того, это очень чистый и эффективный способ поесть, поскольку все крошки попадают в пакет, и в снаряжение они не просыплются. А знаете почему? Потому что пакет я тоже съем.
Кажется, вы только что испортили мне аппетит. Спасибо. Так. Кажется, вы только что испортили мне аппетит. Ой, извините, я уже не обращаю внимания на свои особенности. Если вам когда-нибудь захочется вкусненького, но при этом на вас скафандр, вы знаете, что делать. Да, я знаю, мне пора. До встречи. Так, и все? И еще раз привет, как дела? Понятно, ребята, ничего больше мы с ним не будем. Странно, что, а что он тут вообще делает? Так, ладно, выходим. Давайте, ребят, наверное, еще раз сохранимся с вами. Тут лучше сохраняться как можно чаще, я так понимаю, ребят. Никогда не знаешь, чего тут можно ожидать. Так, а мы с вами обыскать, обыскиваем. И что это у нас такое? Силовой кулак модификации. Слушайте, вот что такое силовой кулак модификации? Это мы можем этим предметом улучшать что-то? Или это он сам по себе и есть? Ладно, как-нибудь мы с вами все это разберем. Будем потихоньку, потихоньку, потихоньку. Так, а как? Не могу, ребят, сюда пройти. Печалька. Смотрите, ребят, я практически всю карту уже тут разведал. Оу! Шалак Ношьярон Наега. Приготовиться к бою. Ребят, мы уже с вами как-то дрались с этими отморозками. Блин, кислотный плевок. Черт, они же больно бьют. Ладно, наша очередь. Наносит 110% урон. Вот, давайте вот это, наверное, сделаем. Очередью, очередью бомбанем. Хотя нет. Нет, лучше вот это попробуем. 6 урона. Ай-яй-яй. Ну, давай. Отлично, мощный удар прошел. Еще бросок. Оу, как она больно бьет. Хорошо, делаем тогда что? Как так? У нас, ребята, нет щитов абсолютно. И здоровья практически нету. А это плохо. Так, взбучка. Взбучка, взбучка, взбучка. 7 урона. Пробуем. Так, инициатива у нее пониженная. Но это, по-моему, ничего не помогает. Он все равно бьет. Дает очередь. А, ну-ка, сколько? Мало, мало ты даешь. Мало ты даешь очереди. Наносит 125 урона. И вероятность промаха на 2 хода. Ну, была не была. Кританули. Снесли, ребята, критом. Отлично. Поспешный выстрел. Как она жестко снимает нам броню. Так, биологическая цель. Она биологическая. Биологическая, ребята. Пускай пока посидит, подумает. А мы с вами сделаем что? Насколько ты? На 8. Давай попробуем. Прописать ударчик. Отлично, хорошо прошло. Так, что он сейчас будет делать? Кислотный плевок. Бобо-то как. 125 урона. Это сколько? Это еще 8, да? Да кому ты сделал? Я же хотел ящерицы, ё-моё. Блин, отравление. Это на кого она повесила отравление? Я что-то... Паразит, паразит. Так, шанс попадания, один ход. Кислотный плевок. Минус 30 сопротивляемости. От всех усилений и ослаблений. Давай сделаем. Полная перезагрузка, сняли, отлично. Так, хан у меня ходит, да, хан? А ну-ка, сколько ты? На 7. Будем бить. Так, еще на 7, если мы ударим. У нас есть? Дает очередь. Так, в принципе, есть неплохой шанс завалить. Ну, рискуем, ребят, наверное. Да что ж такое-то? Почему цель гуляет? Вот. Есть! Бинго! Так, ну что, осталась у нас эта химера. Главное, чтобы герой у меня, блин, не отдуплился. Ё-моё, давай быстрее щиты восстанавливать.
как-то нам так придется, ребят, делать. И теперь на сколько? На 8. Ну, броню мы точно снесем. Воу, 12 ударили. Так, вирус. Вирус-то у меня ходишь. Так, это еще на 8. Ладно, пытаемся, ребята. Блин, жалко без крита. Что сейчас здесь? Хлесткий удар, ага. Промахнулась, вот это вот я понимаю. Давайте вот так вот сделаем. 4, 4 это мало. Тоже мало, блин. Но делать нечего, придется использовать, ребята. Так, Хан. Хан, ты у нас попробуешь вот так вот. Подожди-ка, это что у нас? Цель получает минус 3% к сопротивляемости. Щит, вот, вот, надо щиты восстановить. Так, вирус ходит. Вирус у нас молодец, вирус у нас бомбит. Во! Вообще, вот, двух вирусов, они такие боевики. Так, кобра ходит, отравление. Кому она вишет отравление? Сюда, понятно. Все, пора добивать. Где отсюда? Ого. Технологический инструмент, модификация. Плюс 6 к технологии. Плюс 6 к технологии. Плюс 4 к сопротивляемости урона. Заберу-ка я все. И сохранюсь, естественно, ребят. Такой бой был, блин. Слушайте, я уже не знаю, куда нам тут еще сходить. Где нам искать на борту. Вот сюда есть только. А я, наверное, не дойду. Сейчас посмотрим, сколько тут по энергии у нас будет уходить. Может быть, придется улетать даже. Ну-ка, давай сюда. Что такое? Так, Ракнас, данные о местоположении. Ищите данные на борту. Вы пришли в корабельную обсерваторию. Большая часть обстановки неплохо сохранилась, но консоль уже отжила свой век, похоже. Она не работает. На мониторе нацарапана надпись. Здесь был Гангас. Фиг вам, а не данные. Со злости врезать по консоли? А стоит? Давай. Врезали. Вы отвешиваете консоли знатного пинка. Консоль содрогается и, кажется, включается. Хаос, машина, развеяна, осколок, бездн и древ, изгнание, вечно. Я хочу загрузить твои данные о местоположении. Предоставить невозможно, смысл отсутствует. Я остаюсь в одиночестве. Странно. Мы ничего не получили, получается, да, ребята? Никаких данных вообще. Странно, а как же мне тогда быть? А ну-ка по журналу посмотрим. Ищите данные на борту реликта. Вернитесь с отчетом к губернатору. Слушайте, может быть, я уже выполнил это задание, а? И мне просто нужно вернуться и сказать, что так и так, губернатор, мол, у нас кончается... Я понял, да, у нас кончается энергия. Нам нужно, ребят, наверное, поспешить все-таки улететь, а там уже посмотрим, прокатит, не прокатит. Давай, 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 быстрее, 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 отлично, все, сматываемся, вернуться на станцию. Если у нас... Про червей прокатит и это, то это очень хорошо. Так, ну что, давайте, наверное, вот сюда зайдем для начала. Посмотрим, прокатит, нет? Здравствуйте, искатель. Как продвигаются поиски? Вот. На реликте Карнас... А, на реликте Ракнаса данных уже не было. По всей видимости, их забрала некая Гангас. Гангас, значит? Мы о ней слышали. Это бессовестная наемница. Обшаривает реликты и продает на черном рынке. Все, что нашла, тому, кто больше всех заплатит. Ничего страшного. У вас еще будут шансы добыть необходимые данные. Что-то еще? Напомните, что мне нужно найти. Данные о местоположении. Предполагается, что... Такие данные хранятся на каждом реликте. В большинстве случаев где-то на командной палубе. Ищите зацепки, используйте консоли, перебирайте мусор.
Так, значит, мне все-таки нужны данные. Хорошо, если что-то выясните, не забудьте мне об этом сообщить. Да уж постараюсь, если выживу. Так, с этим понятно, нам заплатили вроде бы. И теперь нам нужно как-то с червяками с этими расквитаться. Это где-то, по-моему... А где же вы там? Может быть, здесь? У меня 119 крон как было, так и осталось. Мне ничего не добавили ровным счетом, ни копеечки. Где задание, я спрашиваю? Так, КПК, журнал. Соберите 3 кучи мусора. Приборка. Вернитесь к Арбери. К Арбери. Мирный капитан уборщиков Арбери пытается поддержать чистоту на корабле. На корабле. Ах, на корабле. Это ж, по-моему, на Ракнасе же, ё-моё. Так, хорошо. А про червей? Про червей, по-моему, нифига. У нас до сих пор нехватка их. Посмотрим. Раз, два, три. Да, 4 так и есть. Слушайте, а я забыл, где она находится-то у нас там на корабле, если честно. Ну, по крайней мере, я могу продать вот эти вот барахлишки. Так что прямиком к торгашу. Да, ребят, вам, наверное, кажется, какая нудная и долгая игра. Но есть в этом какой-то шарм, если честно. Так, продать, продавать это нет, это у нас особый предмет. Вот, 10! Всего лишь 10. Ну, что-нибудь хорошенького такого дадите мне, нет? Ага, вот этот вот. Хорошую цену, да, ага, очень хорошая цена. Так, давай мне энергию, пополняем резервы на 1000. И полетели мы с вами опять же на Ракнас. Я должен... Если умрете, вернем вам деньги. Вылетаем, вылетаем, да. Вылетаем. Где же этот уборщик там, а? Я вот не помню, то ли здесь, то ли здесь. Вернуться на станцию, открыть КПК. И вот я не помню, хоть убей. Вот, вот сюда сходим, посмотрим, ребят. Сенсоры обнаружили грязную органику. Требуется уборка. Ёпарасете. Наехал, называется, блин. У меня здоровье-то хромает. Так, сколько мы? 5 урона и минус 1 броня, да? А если вот этот? Черт подери. Ой-ой-ой-ой-ой, ну ладно, деваться некуда. А броню-то что? Нет, все нормально, все нормально. К разбросу. Сделаем так. Ах, сейчас ихняя очередь. Вот, вот это он мочканул. Нет, 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 боксера не трогайте. Не трогайте мне боксера только. Она и так у меня наладом дышит. Крит эффект. Жесть какая-то. Ну попробуем. Взбучку сделали. У-ху-ху-ху-ху. Так, восстанавливать щиты. Это у нас вирус. А если мы... Блин, к оглушению. Сколько ты дашь? 1, 2. Ну это вообще ни о чем, ребят. Ну просто ни о чем. Давай попытаемся вот так вот. Во! Уже лучше, уже хорошо пошло. Очищает цель. Ну на нас пока ничего нету плохого. Не висит. Это у нас... Так это же не органика, ребят. Почему? Действует. Ну-ка, восстановим щиты. В любом случае нам нужно, ребят. Они очень больно бьют. Все, пошли. Одиночный выстрел. Бам. 9. Да, щиты они служат обалдеть. Оу! Оу, оу, оу. Потише, потише, ребята. Цель получает, понятно. Так, тут... Сколько? 7. Слушайте, мне кажется, что надо как-то нам... Тихо, 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 тихо. Буянит-то так, а?
Дай-ка мне щиты восстановить. Фу. Вроде бы пока живем. 3 урона. Рискуем. Есть, крит эффект, отлично. Блин, а почему не сдох-то, а? Не-не-не-не, живи. Да ты посмотри, как они бомбят, а. Черт. Я даже не знаю, ну, давай так попробуем. Одного мы уберем. Взбучка. Теперь нам нужно... Очередь, нет, очередь мы пока не будем. Попробуем оглушить, наверное, ребят. По-моему, их нельзя оглушить, потому что это роботы. Но щиты-то нам в любом случае нужно восстанавливать. Это же жесть. Так, погоди-ка. Это что у нас тут висит такое? Кровотечение? А откуда у нас кровотечение-то появилось? Вакуумный выстрел. Блин, потрясение теперь еще какое-то. Я вообще-то не тебе хотел щиты восстановить. Да ладно, только не говори, сейчас еще грохнули, ребят. Грохнули мне бойца. Слушайте, я надеюсь, я его смогу сейчас в больничке-то оживить. Или нет? Черт подери, по-моему... А ну-ка нафиг. Вот это последнее, да? Да, это офигеть, ребята. Это жесть какая-то была. Значит, здесь эти роботы. Блин, да где же этот чувак-то с мусором-то, а? Может быть, вот здесь? Сейчас проверим, ребят. Так, хорошо, давайте тогда мы попробуем разбомбить этих червей. Нам все равно не хватает одного. Дает очередь. Даю очередь. О, хорошо было. И мощным ударом добиваем. Так, минус один червяк. О, хорошо-то как. Ну что, червячки, позволю так уж и быть ударить вам по разику. Ну, с роботами, конечно, мы лопухнулись. Офигеть как. На себя. Не будем мы на себя ничего пока делать. Мы сделаем вот взбучку. Так, инициатива минус 5. Добивочный. Нечестный прием. Конечно, нечестный. Как будто они тут все прям честно так делают. Так, щиты восстанавливать. Ну, давай восстановим щиты. Они нам пригодятся все равно. Так, что там червяк задумал? Как они умудряются пробивать мне щиты, интересно, не знать, а? Вау, круто бомбанул. Есть. Мы собрали с вами 5 кишечников. Смотри-ка, по-моему, показывает нам, да, кто где. Да, вот оно все. Теперь понятно, ребята, теперь все ясно. Как эта система работает. Когда вот ты наводишь, вот так вот держишь. Вот здесь вот гудис. И здесь вот эти вот капитан уборщиков, сигнал. Ну, есть возможность, ребята, у нас пока энергии хватает. Хватает. Я сохранюсь сейчас. Сохранить. И попробуем немножечко еще с вами здесь походить, поискать. Может быть, что-нибудь еще найдем. Так, сканирование сделаем. О, избыток энергии.
Ну давай сюда глянем, что у нас тут. Так, можно обыскать. Давай обыщем. Понятно, ничего хорошего. Да ё-моё. А здесь? Тоже обыскать. Уровень 3 уже стрелкового оружия. Все, походу, да? Тупик, ребят. Ну, энергия пока есть. Можно походить. Сюда пройдем. Теперь сюда. Ну-ка, сканирование. Абсолютно ничего не показало. И, по всей видимости, тут все, ребят, тупик. Сейчас, наверное, запоет опять мало энергии. Нам пора сматываться. Да. Избыток энергии 200, но тут уже маловато. Ладно, ребята, надо лететь. Как обычно, все это продавать дело. Вернуться на станцию, естественно. Самое главное, что мне нужно, ребята, здоровье. И открываем журнал. Так, настоящая работа. Где у нас тут? Изучение червяков активно. Это мне нужно в бар, да? Так, это, по-моему, здесь. Сдать. Ну неужели, ребята, неужели мы выполнили только лишь первое задание? По-моему, больше ничего нету, да, из такого? Приборка. Вот я вот так не понял, где это вот... Собрать 3 кучи мусора. Вернитесь к Арбери. А где у нас это... Арбери, я так и не понял. Мирный капитан уборщиков Арбери пытается поддержать чистоту на корабле. Он попросил, чтобы вы приносили ему любой мусор. А кстати, почему у нас нету новых заданий, новых контрактов? Вам это подозрительно не кажется? Смотрите-ка, тут собиратель, санитар, лидер, санитар, собиратель. У них уже вторые уровни. Хм. Где же у нас капитан? А если мы слетаем на нимфу? Как вам такая идея? Но сделаем мы это уже с вами в следующей серии, ребята. А то у нас тут затянется, наверное, на очень долго. Так что, ребятушки, давайте, наверное, закругляться будем. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в эту игру.